Начинаем обзор ужина. Как видите, на открытой веранде сбоку работает гриль-бар. Немножко дымит, но это не смущает людей. Многие сидят на улице. Посмотрим, что тут. Что-то вроде плова. Здесь блюдо с бобовыми и с лапшой. На гриле готовится мясо. Так, здесь у нас готовое мяско. Курица. Нет еще ничего. Так, здесь жарят креветки. Идем в основной ресторан. Итак, мы на ужине в главном ресторане. Оговорюсь, что в памятке, которую дают туристам при заселении, что мужчины на ужин должны быть в длинных брюках и в закрытой обуви. Ну и, соответственно, в рубашке, либо в футболке, в поло. Ну, конечно, не все соблюдают данное правило. Встречаются мужчины и в шортах. На ужин в детском меню несколько видов пасты, куриные котлетки, это говяжьи котлетки, вот такие варенички жареные, мы попробовали, они, по-моему, со шпинатом, и вот здесь такие разноцветные пюрешки картофельные, булочки, разные пироженки, немножко салатиков, йогурты, фрукты. Так. Белый рис. Так, здесь у нас такие типа запеканочки. Тут рулеты куриные, рыба, печень. Это тоже рулеты, скорее всего, да, с сыром и картофелем. Здесь на гриле готовят какие-то лепешки, картошка фри. Тут свежие овощи, оливки. Зелень. Дальше. Так, здесь у нас сейчас нам откроют, покажут. Есть блюдо с нутом, тут мясо, рагу. Здесь получается египетский кебаб, написано, ну это что-то наподобие наших фаршированных перцев, а здесь рис с вермишелью и со специями. Овощи на пару. Сегодня вечером у нас подают осьминога с разными добавками. У нас разные пасты, овощи отварные. Я так понимаю, это больше для вегетарианцев или для тех, кто следит за фигурой.
несколько видов сыров. Также готовые вот такие вот йогурты с мюсли, с фруктами. Детское питание. Пицца. Индейка. Так, тут у нас рыба запеченная соусом. И здесь рулетики вот такие. Похож чем-то на наши голубцы. Большой ассортимент фруктов. Посредине зона готовых салатов. Сегодня тут еще роллы и суши. Фрукты в нарезочку. Компотики. Холодные закуски. Очень разнообразные, с мясом, с морепродуктами, с рыбкой, с крабом. Сегодня еще вот такая красота. Целый контейнер гигантской клубники. Конечно, десерт. Разнообразные сладости. Здесь восточные сладости. Зона супов, разные добавочки к ним. И стандартно хлебобулочные изделия. Очень большой ассортимент. Ну и стандартно бар, где можно взять разнообразные напитки. Свежевыжатый сок. Вот у нас, смотрите, клубника, манго, разнообразное пиво, швепс, вино, шампанское. И подальше крепкие напитки. Стандартно кофе, чай, соки пакетированные. Так, ну-ка посмотрим, какие у них сорта чая. Жасмин, травяной, оригинальный чай, зеленый чай. Сортов, в общем, очень много, можно попросить. Вам заварят прямо в чайничек понравившийся вам чай, либо взять пакетированные. If you say something,
Don't you go back no more, hit the road, yeah. Don't you go back.